Так, сегодня я получил панели от Texmaroc, как их называют, да? 4 штуки. Транспортная компания пришла. Прям вот так вот и пришло. Так, упаковки сразу 4 штуки. Интересно. Первый раз такое вижу. О, какие провода хорошие уже стали. Так. Целые. Ой, сколько там вмятинок. Стекла целые вроде бы. Ух, какие элементы хорошие. Ну все, на 4 шины. Так. Панельки обошлись с доставкой примерно 15 чем-то тысяч рублей. 4 штучки. Дорого, нет, не знаю. Вот, тоже на обзор. В будущем все увидим, все посмотрим.